Привет! Сегодня наш гость, наш студент из Австрии, Филипп. Привет всем! И он согласился ответить на несколько вопросов. Да. Спасибо. И первый вопрос. Филипп приехал из Вены. И я хочу знать, как вы думаете, Санкт-Петербург и Вена, они очень разные или немного похожи? Да. Ну, я... Мне кажется, что Санкт-Петербург и Вена очень похожи вообще, да? И, ну... Мне тоже. Да? И, ну, это... Я чувствую себя как в Вене, более-менее, и да. Спасибо. А что вам понравилось в Санкт-Петербурге? Какие были интересные впечатления? Да, ну, вообще очень хорошо, что в магазине открыто очень долго. Да, правда. Есть магазин, который открыто 24 часа, и я люблю это. И... Да, и, ну, архитектур, и все очень похоже, и очень красивый, да. И да, мне Хорошо. Очень понравилось это. Спасибо. Да. Вы, как я знаю, начали изучать русский язык 1 января, да. И изучали сами, дома. И потом решили приехать в Санкт-Петербург на курс. Почему? И да. Да, да, это верно, что я изучал сам. Да. Ну, я думаю, что, например, кириллик, алфавит. Да, кириллица. Кириллица. Это можешь учиться сам. Потому что я думаю, это только, ну... Практика, читать, да. Попробовать, и, да, и потом, потому что русский язык, ну, труднее грамматика, да. Да, и значит, не нужно советы, и, да. Да, и поэтому я решил приехать в Санкт-Петербург, и да. Это была моя идея. Хорошо. Спасибо. Да. И какой совет, какую рекомендацию вы можете дать студентам, которые хотят изучать русский? Да. Ну, я из Австрии, значит, я мой родной язык это немецкий язык. Конечно. И у нас есть тоже cases. Падежи. И, не ну, такая большая да, разница. Да, ну, для меня это очень, очень важно, что ты читаешь, ты слушаешь много. Да. Для получить like feeling for чувство. You. Чувство. Для язык. Да. Да. Чтобы почувствовать язык. Да. Чтобы почувствовать язык. Да. И смотришь видео, например. Правда? Да. Это очень важно. Да. Конечно. Да. И я люблю, что здесь это, ну, то же самое метод. И да, я видел видео в интернете. Да. И я думаю, это очень хорошо. Это не только изучаешь грамматику. Да. Но это, и... это важно, но не только. И говори, да. Читай и слушай русский язык. Это для меня это самый лучший метод. Отлично. Да. Спасибо большое. Да. Спасибо, Филипп. Спасибо, Сантина.
к сожалению, курс был только две недели, и сейчас Филипп улетает домой. Поэтому спасибо за внимание и до новых встреч. Пока! Пока!